В Нерюнгринском районе линейный отдел транспортной полиции круглосуточно стоит на страже порядка и следит за безопасностью граждан на железнодорожных воротах Южной Якутии. Именно они следят, чтобы в нашу республику не просочился криминальный поток, а вместе с ним наркотики и прочая контрабанда. О работе линейного отдела в сюжете наших нерюнгринских коллег. Полицейская статистика на сегодняшний день не выглядит устрашающей. Более 80% всех совершенных на транспортном комплексе Южной Якутии преступлений успешно раскрываются. В их числе расследованы почти все тяжкие и особо тяжкие преступления противодействия наркомании. Снизилось число краж благодаря профилактическим мерам. В линейном отделе сегодня работают лучшие оперативники, которые не просто любят работу, а считают ее своим призванием. Если каждое подразделение Министерства внутренних дел будет работать более эффективно, то есть в данном направлении будут достигнуты результаты и снизится наркотическая преступность в нашей стране. Свой профессиональный праздник транспортники Южной Якутии отметили скромным концертом в Доме культуры «Юность». На сцене наградили лучших работников, которые внесли немалый вклад, чтобы пресечь и раскрыть преступления. На праздник полицейских прибыли и добрые друзья, которые изо дня в день возлагают огромные надежды на транспортников по защите жителей нашего района. Спасибо вам за ваш труд. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья всем, благополучия вашим семьям, всего самого хорошего. Даже в свой профессиональный праздник нерюнгринский линейный отдел стоит на страже и обеспечивает безопасность, предупреждая, устраняя преступления и иные нарушения. Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК «Саха-Нерюнгри».